Возвращение Оксимирон, МС из Лондона с проработанной родовой травмой. Это, конечно же, договорняк. Конечно же, договорняк. Вы могли заметить, что вот на батле, да, на батле я уже читал, да, про все эти вещи, которые позже Оксимирон осознал. То есть, поэтому Мирон мне очень сильно был благодарен за то, что я этому на батле эти вещи ему растолковал, да. Он сначала не воспринял, конечно, сначала не воспринял, обиделся, не разговаривал со мной после батла, наверное, месяца три. Но потом он пошел в терапию, и он понял, что эти вещи, которые я говорил ему на батле, они действительно как бы по сущности его проблем, и что это была забота с моей стороны, он это осознал. Позвонил мне тогда по скайп-колу и извинился за свое поведение, за то, что не разговаривал со мной. И потом сказал, я могу для тебя что-нибудь сделать? Я сказал, мне, собственно, Мирош, ничего не нужно. И что произошло дальше? Все, мы живем, у него своя жизнь, у меня своя жизнь, у меня антихайп трайн микстейп, да, у него там... Ну, он ушел с головой в отношения. Ну, в общем, ну, как часто, наверное, у многих бывало, что вот друг заводит девушку и с вами общаться перестает. И потом что произошло? Потом у меня сгорела квартира. У меня сгорела квартира, да? Я вот был в огромном стрессе. И Мирон просто в этот же день, когда у меня квартира сгорела, приехал ко мне. И говорит, что-то я могу для тебя сделать. Я говорю, ну, понимаешь, квартира сгорела, это огромные деньги. То есть, вы понимаете, чтобы сгоревшую нахуй квартиру как-то отреставрировать, это серьезные, серьезные такие денежки. Я говорю, он говорит, ну, понимаешь, я, конечно, тебе, я бы дал тебе, ну, занял бы тебе денег, Мирон говорит. Но я уже сам истратился, вот это... Егору Жукову, да, отдал практически все. Он говорит, ну что я могу сделать? И тогда, ну вот, Мирон, он, конечно, гений вот этой маркетинга. Вот, говорят сейчас Моргенштерн гений, да, маркетинг. А не, на самом деле, Мирон, он говорит, я, Слав, ради тебя, я вернусь в игру, я вернусь в рэп-игру, а ты, он говорит, просто бомби на меня диссы, заводи стримы там, обзоры делай на это все. И так ты заработаешь себе на квартиру, вот эту вот сгоревшую. Просто, просто крутяк, друзья, просто крутяк. Поэтому я сейчас вот все как вот договорено, запускаю стрем, новый дис написан,